Экспорт октауского металла увеличивается. Предприятие заключило новый договор на отправку металлического товара в Иран через морские ворота Казахстана. В год завод выпускает 180 тысяч тонн готовой продукции на сумму 77 миллионов долларов. Подробнее расскажет Татьяна Ковалева. Октауский литейный завод работает уже 8-й год. Европа, Турция, страны ближнего зарубежья успешно скупают продукцию предприятия. Но масштабный экспортный договор, который подписали с Ираном, здесь заключили впервые. Иран, Ельмин, да. Экспорт в Иран очень сложен, начиная от нахождения покупателей и заканчивая финансовыми расчетами с иранскими банками. Однако при поддержке государства и Казнекс Инвест мы смогли не только найти покупателя, но и разработать механизм сделки, который позволит нам выполнить данный контракт. Выход на иранский рынок даст нам возможность на 100% загрузить производственные мощности завода. Теперь практически вся продукция октауского литейного завода будет уходить в Иран. Чтобы не подвести столь крупного партнера и все экспортные обязательства выполнять в срок, на предприятии трудятся более 500 человек. Стальных дел мастера работают в две смены, что не дает производству никаких остановок. Арматур, двуотавр, швеллер, шаржатымыз. Мы выпускаем арматуру, уголок, швеллер, двуотавр. Все это применяется в строительстве. За сутки делаем до 100 тысяч тонн только арматуры. Представляете, в наших цехах очень жарко. Жарко, работа кипит. Экспорт металлургической промышленности в Иран вырос 2,5 раза, отмечают специалисты. Однако, по прогнозам аналитиков, эта цифра будет только расти. И поспособствует этому открытие железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Татьяна Ковалева, Ринат Дусалиев, Актау.